17-летний Александр Кашин в тяжелой атлетике уже 3 года. Сначала тренировался на городских спортивных площадках. О клубе «Богатырь» узнал от друга и решил заниматься дисциплиной уже профессионально. Руководитель учреждения Алексей Корытько рассказывает, что сразу отметил талант и работоспособность Александра. Пришел, показали движение, понравилось, начали с ним работать, показал хороший прогресс в самих упражнениях, в рывке, в толчке. В течение 1,5 года выполнил норматив кандидата мастера спорта. Александр Кашин принимает участие во многих соревнованиях. В октябре коллекция спортсмена пополнилась еще одной наградой. На первенстве Московской области по тяжелой атлетике штангист завоевал золотую медаль. Много соперников, но особенно была большая борьба в тройке. Я сам сделал 106 рывок и 130 толчок. И выигрывал это соревнование. Александр считает, что достойные выступления на турнирах – это результат регулярных тренировок. Тренировался, были двойные тренировки, много восстановления. Ну, стремление мое, конечно же. И какой-то адреналин, что ли. Сейчас тяжелоатлеты готовятся к очередному соревнованию – первенству России, которое пройдет в середине ноября в Туле. От видновского клуба «Богатырь» в нем примут участие 3 спортсмена. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.